что случилось со Славом Бадурговым и где он пропадал все это время. То есть, получается, была операция? Сегодня, допустим, я ему брат, а завтра я ему брат. Сейчас, короче, Славу будет тренер бить. Я сейчас выйду с этого состояния, до всех доберусь. Всем привет, друзья! Мы находимся в Дубае. Температура на улице примерно 50 градусов, и мы приехали в этот город специально, чтобы ответить на самый часто задаваемый вами вопрос, что случилось со Славом Бадурговым и где он пропадал все это время. В этом выпуске мы расскажем всю правду, что действительно случилось с ним. На него напали ребята и воткнули в горло нож. Мы встретим самого Ислама, проживем с ним целый день, потренируемся, пропитаемся, зададим самые главные вопросы. В общем, друзья, это, наверное, самый ожидаемый выпуск 2020 года. Погнали! Все, конечно, хорошо в Дубае, кроме как температура. Сейчас 41 показывает градус. На самом деле, друзья, я безумно переживал, когда думал о том, как мы встретимся с Славой Бадуровым, какова наша будет встреча, потому что мы 2 года не виделись, мы только общались по сообщениям, по аудиосообщениям. Знал только одно, что я очень хочу увидеть своего друга, поддержать его. Итак, как мы решили сегодня весь день быть со Славой Бадуровым? Естественно, все начнется завтрак. Сегодня нам Исламчик расскажет, как он ест, потому что... Омлет, получается, ага. Картошка, пюре, каша. Все пишут за 2 года, что ты сильно изменился. Что случилось? Если говорить по поводу моего веса, я еще когда в Дублине, в Ирландии находился, там у меня весогонка была, я же там вес скинул, ага. Когда я боролся каждый день. После этого приехал в Казахстан, ну, ага. Естественно, попал в больницу. Слушай, скажи, пожалуйста, ты сладкое вообще ешь? Сладкое? Редко, очень редко. Редко? Единственное, какой-то режим. Да, я практически только и дома нахожусь здесь, в Дубае. Тренировка, зал также. В принципе, режим строгий, как полагается. Есть такой момент, что я чувствую, что... Не знаю, может мало друзей, может мало какого-то движника. Что вот тебе не хватает здесь? Да, если полностью как бы тренируешься, у тебя весь фокус конкретно. Как правильно тренироваться, как питаться, в общем так. Ну, конечно, бывает скучно, потому что когда никого нету, понимаешь? Нас нету, а мы сейчас приезжать начали к Исламу, начали брать у него интервью, начали его мучить. То есть, получается, была операция? Да, это 3-я официальная операция. 29 лет в 2019 году сделали пересадку почки. В 98 году делали вторую операцию. Вот здесь, когда видео я записал, здесь у меня катетер стоял. Вот это видео, да, самое популярное, которое ты быстро достаточно дарил. Мне его скидывали очень многие люди. Я не верю, он такой верю. Увеличь прям крупный. Да я увеличил крупный, так он ты уши не пинял. Там еще мне писали комментарии, что типа на него напали ребята и воткнули в горло нож. И мне просто интересно, откуда вообще, как у человека может быть так работает фантазия? Ему воткнули в горло нож. Получается, у тебя был катетер. Просто из-за этого видео казалось, что у тебя как будто бы здесь рана. Да. На самом деле никто не нападал. Ничего не делали. Ничего не делали. Просто операция, которая, по идее, плановая. Да? Исламчик покажет, как он тренируется в последнее время в зале. И, ребят, сегодня у нас есть уникальная возможность. Блейсинг здесь, и мне кажется, он сегодня покажет серьезную тренировку. A few minutes later. What's that? I have to take the place of the... Oh, there you go. Мне кажется, все, он сейчас будет девчонок тренировать. Мы потеряли его. Сегодня готов к тренировке? Да. Максимально. Да. Заряжен. Да. Сегодня будет интересно, ребят. Максимально круто будет. Alex. Yes. You ready? Nice. Главный наш человек. Человек благодарен, благодаря которому мы здесь и собрались. Бро, следующее упражнение здесь. Брат, это нормально, это на изи, это на изи. Итак, друзья, вот такой у нас получается Стоп, это что такое? Блин, там Яндекс.Лавка приехала, походу. Я думал, успеем снять быстро, пока едет. Ты же только 10 минут, по-моему, заказал. Не может быть так быстро. Ага, или 15, сейчас встречу. Давай. Что взял? Да у Яндекс.Лавки появился большой выбор продуктов и блюд собственного производства из лавки. О, нифига. Они там проводили много разных исследований, наиболее популярные продукты начали сами производить. Смотри, в общем, я взял мороженку. На здоровье, потому что она сделана из натуральных продуктов. Прикольно, сейчас попробуем. Блин, вкусно. Дай мне попробовать. Братан. Давай. Будем вместе в зал ходить, отрабатывать. Реально вкусно. Чем мы там снимали? Погнали, я не стоп. Погнали.
Но на самом деле, пока вот мы снимали в Дубае, я понял, что Ислам, конечно, очень сильно поменялся. Да, он изменился, он поменял свое мировоззрение, но это все тот же самый заряженный друг мой, который будет дальше разрывать. Я уверен, что он сейчас восстановится. От ребят самый популярный вопрос был, который я хочу очень задать. Какие дальнейшие планы в спорте? Для начала войти в форму. Ага, форму. Восстановиться, угу. Вес набрать. А дальше уже идти по плану. Слушай, а еще такой вопрос. Тебе можно было вообще заниматься спортом, когда ты занимался? Что знаешь, я хочу? В 98 году, когда я вторую операцию сделали, тогда мне уже сказали, что вот диета, спорт, максимум такой легкий спорт. Ну, а ты херачил жестко. Я, к сожалению, знаешь, не слушаю своих родителей. Мышцам ага. Нельзя давать расслабляться. Ты должен их... Давай, хороший вес идет. О. Давай, давай, давай. По-русски заговорил. Давай. Когда мы тренировались с Блессингом, именно делали их тренировку на весах, на тяжелых. То есть он почти на равных с нами газовал по весам, да. При весе 70 килограмм. У нас-то вес подстольник у всех. Чё тебя опять-то мотивирует? Скажи мне, пожалуйста. Тренировка. Просто тренировка. А, заслаживай, просто тренировка. Если ты сейчас выход на две не сделаешь, то ты в Голливуд не попадешь. Понятно, что живя в Дубае, ты не супер контролируешь команду Барбас. Многие спрашивают, куда делась та движуха в СНГ, которую вы делали с Барбас по воркауту? Что будет дальше и какое ты имеешь сейчас отношение к команде Барбас по воркауту? Барбас также зал открыт, работает, ну, в связи с пандемией, естественно, закрыто все. Но он в Астане так продолжает. Да, в Астане ребята тренируются, как бы пишут. Мне большую часть как раз списали из Казахстана, с Барбарса по поводу... В общем, если я восстановлюсь 100%, как по плану сейчас иду, естественно, вернем Барбарс. Ну, он и есть, но вернем на тот уровень, когда раньше был. То есть, ребят, если вы думали, что сам каким-то образом покинул команду, то это все неправда, потому что, ну, просто по состоянию здоровья человек не мог 2 года, ну, физически этого сделать, как понимаю. Да. Расскажи, пожалуйста, вот мне тоже вопрос. Я же пока в больнице находился, я же наблюдал все, ага. Нет, заходил. Ага. Я смотрю, всех разбросало. И в России, и в Айтенко, сейчас в Лос-Анджелесе. Вообще, ага. Как движуха у вас? Ну, в целом, если говорить как есть, то, ну, конечно, мы не снимаем ни вместе, ни с Игорем. Мне часто пишут, когда будут видео с Игорем. Ну, конечно, поменьше, чем с тобой. Ребята, мы находимся сейчас в Лос-Анджелесе, в зале Метроплекс. В целом, просто как произошло. Игорь поехал в Америку, наверное, за какой-то мечтой. Куда и зачем я приехал, друзья? Это Лос-Анджелес. Это Калифорния. Значит, Игорь, хочу вам только пожелать удачи, потому что Игорян красавчик, делает правильные вещи. Единственное, что за что я его просто безмерно уважаю, это то, что не важно, что вообще происходит, он все равно двигается вперед и двигается по самому своему цели. Он красава. Надеюсь, что все получится, но единственное, что жалко команду Роллсфорид, что она разваливается, что... Ну, как мне кажется, опять же, все говорят, что все хорошо, но я вижу, что люди уходят. Люди не могут уходить из команды, которые все хорошо, поэтому как-то так. Нам принесли вот эти шоты Orange Juice. Ну, то, что вот такой именно сок Orange Juice и ананасовый сок не запретили. Но касательно того, вообще что, по жизни? Я еще не знаю пока, потому что я же буду ездить на обследование. Вот. Самое интересное, это мой любимый сок был. Реально, ну, апельсиновый. Я домашний дома делал его. А что тебе еще запретили есть? Вот только это мне похоже. Только сок. Представляешь? How much calorie? 7000. Семь тысяч калорий. Every year. Ребят, если вы хотите обмен калорий с Блейсисом живую, ставьте лайки. 200 тысяч лайков, мы приедем к нему в Ирландию, в Дубай или он в Америке, где, неважно, будет. Снимем с ним. Мне кажется, 7 тысяч калорий еще не было. Мы, короче, потренировали с Блейсисом. Тяжелая тренировка достаточно. Больше всего меня удивляет Ислам, конечно. Как человек, который... Я заряжен тренироваться. Знаешь, человек, который отсутствовал 2 года, пришел, 72 килограмма весит, и в итоге тут делал нисколько не уступая нам. То есть, чтобы вы понимали только что... Смотри, даже Блейси, он делает молотки, чтобы полегче было, потому что сам только что удивил. Супинации делал на бицепс, ему было абсолютно по барабану. Вот. Ну, короче, меня радует, что Исламчик возвращается потихонечку. Это круто. Надеюсь, знаешь... Что сейчас народ потянется в Дубай, потом в Лос-Анджелес потихонечку, да. Возможно, будет двигаться. И начнется та старая история, когда мы все двигались в одном русле, это было круто. Why was good? Спасибо. It wasn't bad. Короче, он над нами поиздевался, но он сказал, что ребятам хватит. Но мы, главное, прокачались. Ну, конечно, с таким человеком потренироваться, издевайтесь, мне кажется, а прикинь, когда он готовится в форму. Ну что, ребят, тренировка прошла удачно, двигаемся дальше.
Сейчас нам Ислам рассказывает, что он ест на обед. Итак, обычно я заказываю домой. Ты дома обычно обедаешь? Да, доставка. Ну, мы сегодня его вытащили максимально, Ислама тоже таскаем везде. Брокколи, биф, курица, чикен, рис, белый рис. Только еще из еды тебе прям нельзя. Если конкретно, ну, естественно, алкоголь, курение. Слушай, а какой сладкий ты ешь, если ешь сладкое? Фрукты, а мороженое, ты говорил. Чуть-чуть мороженое бывает, когда конкретно охота. Слушай, ты очень сильно похудел, ты хочешь набрать вообще? Да. Хочешь, да, надо больше. Где-то 72-73. Именно сухая мышечная масса. Я к этому сейчас иду. Почему из-за этого? Это не так сухой. Не, ну... Ну и он так жирный. Жирный, думает. Алексей, кто это? You really man? No, man. No. Be careful, please. Окей, а почему ты удалил Инстаграм, Ютуб, все удалил? Это один из самых популярных вопросов. Знаешь, просто не осознавал своих действий. Просто как будто в темноте, в тумане или как-то происходит? Да, как будто надо было сделать, потом удалил и, к сожалению, сожалел то, что это сделал. И получается, сейчас ты пытаешься все это восстановить? Да, сейчас пытаюсь восстановить, но уже, как бы, знаешь, немножко с умом подходить. Да? Сколько примерно тебе нужно времени, чтобы ты вот сейчас начал записывать видео, снимать контент в Инстаграм? Я уже думаю, вот сейчас уже потихоньку началось. Потихонечку ты YouTube? Уже приехал, ты уже какой-то получил развитие, да. Это уже круто. Знаешь, классно. Ссылочки в описании на Ислама, ребят, подписывайтесь на его Инстаграм, поддержим парня, потому что наконец-таки он потихонечку возвращается. Друзья, вот мы сейчас идем на скайдайвинг, и Алексей здесь раньше не был, и сейчас посмотрим, что он скажет по поводу этого. Вот это зал, вот это я понимаю. Такой бы зал в России бы. Я тренироваться, к сожалению, не буду, будем смотреть, как Ислам отрабатывает ударную технику. Bro, what are you going to do now? Today. Warm up. В общем, объясняю. Они будут сегодня, короче, такая легкая у него. Легкая, да. И тренировочка, руки, ноги. Сейчас ударка будет, спарринг или что у тебя будет? Нет, такое сейчас. Легкий спарринг. А нам очень важно взгляд со стороны узнать, поэтому старший брат Ислама Ильяс, которого мало кто знает, мне кажется, потому что все ассоциируются Ислам Бадругов, а вот Ильяса, старшего брата, никто не знает. Братан, у нас к тебе важный вопрос. Как сильно изменился Ислам? Люди, которые страдают, допустим, почечной недостаточностью, там, проблемы с почками, которые делают диализ, у некоторых из них наблюдается вспыльчивость. У него, допустим, он сидел спокойно, а потом раз у него что-то вот беспричинно, вот взрыв был гнева, просто вот необъяснимо, да? Сегодня, допустим, я ему брат, а завтра я ему враг. Ты прямо ему враг, тебя он... не воспринимал. Ну, да, понимаешь, сегодня он с вами разговаривал, допустим, а завтра он с ним не разговаривал. Поэтому ты мне говорил, не надо приезжать в Сеул, не надо, говорит, Лёва, приезжать. Да, понимаешь, ну, я его брат-то, понимаешь, я-то никуда не денусь. Ну, понятно. Понимаешь, а окружающие эти же вещи не могут понять, допустим, там. Я пытался некоторым людям объяснять, но они все равно, допустим, относятся к этому скептически, понимаешь? Лево повернулся, здесь все разрезали полностью, устанавливали, засовывали. После этого состояние агрессивное было. И что первое, телефон попал под руку, заходишь в Дарик, а там же, знаешь, хайп, ну, хейтеры все начали писать. Да. И я на одного перекрылся. Да, я реально на эмоциях был в плане агрессии. Вот, и когда зашел, начал записывать видео, меня уже заклинило. Хорошо, что со мной в больнице дядя был. Вот, он быстро телефон забрал, говорит, ты успокойся, ты что, говорит, зачем такие вещи? Да. Ну, понимали, что у меня как бы и состояние не то было, креатинин был завышен. Вот этот момент, когда вот начали его уговаривать, вот тогда он начал сильно догонять. Потом пошла процедура, вот это вот поиск почки. Нашли почку, в Корее отвезли, Корею долго-долго вот это все мусолили. И вот этот процесс его сильно раздражал. Понимаешь, он был не себе, думал, что его обманывают, что-то какие-то заговоры были у него в голове. Серьезно, да? Какая-то там прослушка, да, у него, то есть у него настолько вот уже стресс. Ну, что его просто держит, непонятно для чего. Да, да? Просто, знаешь, человек осознает, что, допустим, он как будто вот всю его жизнь закончилась, то, что он хотел делать, ну, не получается, там, типа, конец, он думает, что он типа умрет, или, допустим, он станет инвалидом. Ну, представь, вот, да, он, ну, да, ты был заниматься таким, тем, да, чем он любит заниматься. У него были планы, он хотел биться там, понимаешь, уже подготовился хорошо. И должен быть, и у него отказала почка, представила. Врачи говорили, почему он до сих пор живой? Да? С таким уровнем креатинина было, типа, было реально опасно. После этого, как ему сделали пересадку почки, у него пошел спад. Психологический спад. Он начал нормализовывать, понимаешь? Он начал спускаться обратно. Да. То есть потихоньку из-за того, что... Начал верить, грубо говоря, что нормально. Что креатинин у него начал понижаться, он потихоньку... Агрессия меньше стала. Да. Что происходит? Ничего не происходит. Они мне ничего не говорили. А что ты думал? Ну, пока тебе не скажешь, твой отец это сказал. Я сегодня, например, сколько, два дня с этим человеком, я вижу, как изменился он психологически.
То есть раньше ты был слон, который там что-то подрывается, а сейчас он такой спокойный, равновешенный, все четко у него. Как сложилось? Он говорит, что семья у него теперь. Главное, это семья. Но скорее всего, это сказалось, вот это все то, что с ним случилось. То, что и он увидел, что поддержка семьи – это самое главное, что единственное. Скорее всего, он, да, осознал это. Самое главное – это то, что ты думаешь о том, что как родители о тебе заботятся и как переживают. Потому что раньше ты об этом не думал в том плане, что ты в спорт уходил, тренировался, ага, тренировался, знаешь. А ты там спал, наверное, очень много? Нет, я не сказать, что спал, потому что сна не было из-за того, что почки не работали, креатинин был завышен, сны у меня максимум 5 часов были, 4 часа, я принуждал себя засыпать, не получалось. Короче, Слава будет тренер бить. То, что тренеру больно, тоже не было, и чувствовать. Ну, это нормально, это всегда в спаррингах, когда полноценные спарринги проходят, бывает, обе стороны одеваются полностью, чтобы не травмироваться. Прям я не супер разбираюсь, конечно, но я вижу, что мужик работает. Мы чуть разбираемся. Нормально. Нормально, да? Состояние классное. Да? В плане отдышаешься, начинает голова по-другому работать. Круто. Один из самых, наверное, главных вопросов. Вот история с Хабибом и Макгрегором. Вообще, как она сказывается? Больше ты затопил за Макгрегора, против Хабиба? Что в целом, вот как сейчас? Вот прошло 2 года с того момента. Какие сейчас мысли? Сейчас вообще не думаешь об этом. Почему? Потому что ты понимаешь, что у тебя своя жизнь. Угу. От Всевышнего своя испытание. Потому что реально то, что я пережил, угу, я бы никому не пожелал. Да, уже все, заканчиваю. Вообще все нормально. Что ты хочешь сказать вот людям, которые придумали и раздули в интернете про то, что кто-то напал, там целая тусовка, ну, куча людей? Во-первых, для хейтеров сказать, ну, мне их жалко, mm-hmm, понимаешь, потому что многие ситуации они не понимают и не были, это раз. Второе, которые люди раздувают эту информацию, в любом случае до них не доходит это, mm-hmm, достоверно, как получается. Вот. Если бы достоверно доходила информация, они по-другому бы размышляли. Ну что, друзья, подошел к концу этот бешеный выпуск, который вы так долго ждали. Вся информация теперь у вас. Напишите комментарии. И, пожалуйста, друзья, давайте поддержим всю семью Бадурговых. Подпишемся на Елеса и на Ислама, потому что они очень нуждаются сейчас в развитии, потому что Исламу нужно вернуться. А я безумно был рад увидеть своего друга в здравии, что он тренируется, у него все хорошо. И, ребят, постарайтесь меньше всегда верить слухам, которые пишут в интернете, которые пишут хейтеры, потому что это ни к чему хорошему не приведет. И, ребят, всегда набирайтесь терпения, потому что если мы сказали, что мы снимем этот топовый ролик, то мы его обязательно сделаем. С тобой был Лех Стелеров, мы сегодня в Дубае, в супер ресторане «Атмосфера». Спасибо большое вам за то, что вы позволили нам провести здесь реально крутые съемки. Ну, ребят, будьте здоровы, всем пока!